Как будет обеспечена санитарная защита при голосовании? Для охраны вашего здоровья и здоровья ваших близких создаются все необходимые условия. В местах для голосования будут организованы пункт температурного контроля при входе, выдача одноразовых масок, перчаток и одноразовых ручек всем пришедшим голосовать, дезинфекционный коврик, место для дезинфекции рук, специальные линии и указатели, что обеспечит соблюдение санитарной дистанции и исключение пересечения участников голосования при движении. Все члены участковой комиссии и наблюдатели будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Паспорт предъявляется на расстоянии в развернутом виде. Все контактные поверхности и места для тайного голосования будут проходить регулярную дезинфекцию. Принятые меры созданы с заботой о вашем здоровье. Голосовать легко и безопасно.